по всем направлениям развития общества движется к катастрофе, духовный айсберг. Почему нет сил противостоять? Церковь, где ее знамя, знаменоносцы? Например, комиссия при Президиуме Академии наук не справляется с лженаукой. О помощи, да, правильно. Почему нет сил противостоять? Я вам ответил. Всю жизнь хочу не осуждать и осуждаю. Всю жизнь хочу не завидовать и завидую. Всю жизнь хочу не объедаться, каждый раз объедаюсь. Безобразие полное. Где церковь? Что такое церковь? Мы с вами церковь. Это с чего же это мы взяли, что это патриарх, там епископ и церковь, а мы не церковь? Вы что думаете, скажут? Хорошо, патриарх скажет. И так отныне постановляем синодом не завидовать, не обижать никого, не воровать, не объедаться. Ясно вам, что мы ждем? Мы церковь. Никакие постановления ничего не дадут. Неужели мы не понимаем, что мы делаем? Вот почему наше общество, а прежде всего церковь, мы и движемся к катастрофе. Потому что мы палец о палец не ударяем в том, чтобы жить по-христиански. От нас все зависит. Надо не забывать, что состояние нашего духа, вот одного, другого, третьего, пятого, десятого, наше состояние духа определяет состояние церкви и общества. Вот какое дело-то.